Привет! Посмотрим поближе прозрачный пластиковый чехол с кристаллами Сваровски в форме розовых бабочек. Итак, чехол с кристаллами Сваровски в форме бабочек. У меня бабочки в тон кофточки розового цвета и камушки белый, розовый и такой малиновый. Смотрится достаточно по-детски. Чехол легкий, абсолютно прозрачный. Посмотрим, как это будет выглядеть на телефоне. Надеваем через край. Надевается легко, фиксируется надежно. С обратной стороны получаем вот такую картинку. Стразы переливаются, бабочек видно, также видно и фирменное яблочко, и надпись iPhone, и даже можно легко прочитать его серийный номер и сколько там гигабайт памяти. Но также видны все отпечатки пальцев. Обращаю ваше внимание, что помимо розовых бабочек есть и другие рисунки, выложенные кристаллами Сваровски.